Окей, установил телефон. И сейчас покажу, каким методом именно. Как, что к чему. Камера вот тут. Заходим. Начинаем красить именно средины. И заходим сантиметров 10 на то, что мы только что покрасили. Вот так. И сразу вверх, не вниз, а вверх, а потом уже вниз. Все. Последний, это когда я крашу стены, последний, как говорится, каток идет вверх. Еще раз. Может кто-то по-другому делать, но я все проверю. Средины беру вверх, вниз, вверх. Выхожу именно уже полной ройкой. И последний вверх. Все. При таком методе, ребята, нет вот этих полос. То есть, если я вот так покажу, даже на грунтовке. Так, на структуру не обращайте внимания. Если показать вот так в эту сторону. Вот так, видите? Наносите краски, не боитесь. В эту сторону, то никаких полос от ролики, но еще зависит от самого валика. Ролик на английском языке, roll, зависит от самого валика. Вот, как-то оно так выходит. Все, дальше. Останавливаться не надо, если вы начали одну стену, без остановки. Все, ребята, всем всего хорошего. Если кому-то что-то понравилось или кто-то для себя что-то черкнул, я рад. Всем спасибо. Ставим лайки, ставим дизлайки, пишем комментарии. Всем пока-пока.